Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня расскажу, как сделать, чтобы быстро был у вас работал интернет. Если вы показывают вот 4G, а тупит, как, ну не знаю, кто, может быть, скорее всего, у вас грязный компьютер или просто-напросто не почищен кэш в браузере. В браузере это, ну, очень много вы ковыряетесь, и мало кто знает, как его чистить. Тянется долго-долго-долго-долго-долго. Может быть, у вас и там тоннами, килограммами все ваши цифрового мусора. И не каждый утилита чистит ваши браузеры. Есть только две самые лучшие, которые чистят, которые я пользуюсь уже какое-то иное время, потому что так и просто подобрал и, ну, и под себя сделал. Поехали. Я пользуюсь браузерами, ну, Яндекс, он не сильный, ну, как бы быстродействующий, так то же самое, там что-то новенькое уже появилось, их скриншоты делать, все остальное. Ну, я им только серьезно так просто кино посмотреть, там что-нибудь такое проглянуть, ну, так нет. Сильно не пользуюсь, не скачиваю. Скачиваю, но редко очень. Мне он не нравится. Стоит только из-за того, что здесь самый хороший, модный, путевый переводчик. Все. Все, что могу с ним сказать. Остальное он древний. Хоть и пишут, что он слишком модный. Вот смотрим. Король. Так, настройки, история. И смотрим историю, историю. Ну, я практически уже почистил. Очищаем, делаем галочки за все время и удаляем все. Он у вас рабочий. Быстро. И можно дальше уже работать. И у вас то же самое быстро будет. Смотри, зависит как от скорости работать. Вот так, отключаем. Firefox. Ну, здесь уже отдельная тема Firefox. Это браузер тот, который путевый, нормальный, красивый, прям идеальный для работы, под себя его сделать, все остальное. То же самое здесь можно почистить настройки, превратность. И здесь вот у меня 0. Ну и удалить историю. Все. Реально то же самое. Прям мне он больше нравится. Почему? Здесь очень много стоит, можно поставить фильтров от защиты. Вот, например, вот Инстаграма, Фейсбук. Ну и, как видите, вот все, что здесь можно, я могу защитить себе от слежения. Так как они посылают всякие запросы от WhatsApp, там слежки, все остальное. Здесь можно сделать все. Вы можете пользоваться вот 89 Chrome, все остальное это будет вас показывать. Это все не важно для вас, но для меня это очень хорошо. Слежение то же самое. И новый переводчик довольно неплохой. Уже видите, новый переводчик пришел. Хорошо, прям класс. Вот, то, что здесь антивирусник свой стоит, приложение, так как у меня, я пользуюсь только Касперским, больше, ну, по крайней мере, он больше мне устраивает, чем вот эти вся порнография, которая есть. Вот, это Firefox, вот это Waterfox, идеальная машина, машина для того, чтобы пользоваться, работать и заниматься, ну, всем, что можно. Он вас закроет и не будет показывать ваш компьютер, инструменты и все остальное. Защищенный режим. То же самое здесь настройки логин, это все остальное, но и превратность. Здесь можете включать превратность какую
вас, чтобы никто ничего не видел. Здесь надо читать, 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 читать. И, ну, прям, если view под себя сделает, это самое идеальное. Идеальный браузер будет чисто для вас. Можете все сделать. Прям, не знаю, но мне он больше нравится. Сам по себе прикольный. Здесь словари то же самое есть, настройки языки то же самое, плагины, ну и темы там много, что можно хорошо сделать. В принципе, это все фильтры. Вот один фильтр, вот второй фильтр, вот третий фильтр, настройки расширения. Видите, даже уже что-то пришло новое. Уже хорошо. Вот. Вот он универсальный. Еще один фильтр. Ну, по крайней мере, защищенный браузер. В принципе, как-то так можно. Ну, в принципе, можно сделать все, что под себя. Но в Яндексе вы ничего не сможете сделать. Никак ничего не настроить. Настроить галочки поставил. Режим там все остальное, ну, мне он более не нравится. Может, кто-то и для себя, но для меня он как-то не то, не дым, не сюдым. Нравится вот этот быстродействующий, и прям как-то мне он нравится. То, что он сам по себе работает по-рыхлому, без всяких вопросов, как видите. Это Waterfox только так пользуется. Он полностью такой модный, закрытый, прям реально хорошая машина. С ним можно все делать. Вот, ну это совсем другая история. Дальше. Ну, в принципе, по поводу Оперы и всех вот этих браузеров я сильно не пытался и не пытаюсь ними пользоваться. У меня вот есть два, они проверены временем. Еще раз говорю, они у меня все находятся в D, вот они. Ну, это не D и F. Вот. Так, сейчас я буду вам показывать, как делать. Вот, показывать буду, как чистить. Но так как у меня портативки стоят, очень куча их, много прям у меня. Где-то я сам их сделал, где-то скачал. Вот. Половина. Ну, вам маленько скинул, ну, все равно. Так, вот он у меня Яндекс. Не раскиданы нигде, только в одном месте он у меня. Ну и Firefox. Так, что-то у меня там еще, вот он. Waterfox, вот он то же самое. Ну и Firefox. Вот он то же самое. Вот они у меня здесь только все находятся. А у вас они все находятся или в этой системе. Как видите, у меня только две или три программы только здесь находятся. Все. Все остальное система. Также и 8.6. Ну, офис портатипный еще. Ну, слишком большой и мало работает. Вот. В принципе, у меня, как видите, у меня всего он занимает ерунда. Это вся система. Она только работает у меня. Вот я почему говорю то, что быстродействие было всегда прикольно и нормально. Я добиваюсь того, что можно. Вот я работал с Firefox, например, и Waterfox. Вот Waterfox здесь. Папка, как видите,
Ну, можете удалить, она вам не мешает. Mozilla Firefox. Ну вот здесь целая куча у меня. Вот это все можно удалять. А, кстати, если у вас не портативки, значит вы не удаляете, а то удалите все, что у вас потом больше ничего показывать не будет. Все ваши прибамбасы кончатся быстро. Так как у меня, как видите, портативки, они вот здесь только болтаются у меня. Вот это вот чистить. Это все ваш мусоросборник. Это весь. Ну, кто знает, тот может убрать. Кто не знает, лучше не лезть. Так, вот это не нужно. Вот и камни сейчас записывает. Этот убираем. Mozilla. Ага, это у меня работает. Waterfox. Ну, в принципе, и все. У меня почищен. Удаляем, очищаем. Все. Теперь наш браузер работает от до. Они тормаживают. Ну, работает то же самое. В принципе, все. Можете пользоваться, заниматься и делать. А, в принципе, ну, для этого, да, если вы, конечно, это не знаете, для этого есть программы. А, есть две программы, я вам говорил. Одна программа, она сейчас, вот она. Все пытаются скачивать вот этот вот Клионер про профессионально, но у них много, очень много, но немного, а три их самых крутых, самых матерых, это бизнес и техника. Профессионал — это так, для заманухи. А те, которые вот технические, в нем очень много. А вот в бизнесе, ну, можете не брать. Вот это самое, она, если будете скачивать технику. Домашняя техническая. Вот, в нем очень много. Все, что можно сделать. Это у вас такого, этого нету. Что здесь есть. Вот. В Windows только можете, ну, если вы не пользуетесь, вот это вам не нужно, зачем это вам надо. Так, кэш эскизов, ну, то есть не надо. Так, ну, здесь можете вот этот кэшу и отчет просто удалять. Поставили, делаем анализ везде, все и всюду. И он более интересней и более тщательно чистит. Так что если будете скачивать, всегда скачивайте вот эту вот всю систему. Вот так как он меня пошустрее делает, ну и он мне практически чистый. Это довольно распространен, нормальный утилит. Так, что нам еще надо? Вот это самое обалденное и прикольное. Я вот начал уже 3 месяца с ней пользоваться. Как бы я слышал, но я и не пользовался, по крайней мере. Но она мне более... Она стала более продвинутой и намного лучше чистит мусор весь. Не имею свойства, я имею в виду браузер, а чисто чистит по следам.
Но и удалять не буду ничего, так как не надо. Ну вот, включили, посмотрим и смотрим, как она у нас работает. Вот. И это вам не каждый покажет и не каждый сделает, что вы можете удалить, что не можете не удалить. Но это, естественно, это уже не к вам. Он глубочайше чистится. Так, ну в принципе все медленно и уверенно все рассказал. Можете чистить, пользоваться. Ну и не можете, зовите меня. Пока.